Так, ну меняемся. Попробуй с этой стороны встать стола. Ну, ты же как разворачивается просто. Быстро, филигранно. Может быть и так. Смотри, ты сразу можешь, подожди. Если так, вокруг себя сложно, да? Ты сразу можешь рукой найти вот серединку, вот видишь, вот середина. И получается одну ты хватаешь с этой стороны, вот с этой, а другую с той изнутри. И разукидываешь. Я сейчас не буду показывать или показать. Не важно. Мне главное поймать. Давай. Если тебе она так сложно, да? Вот. Ищи. Вот она у меня сложно. Раз. Да, немножко потихоньку, давай. И еще такой подмах один. Подмах не хватило. Еще раз, раз. Ну, это, наверное, с этим как да, встряхивает. Нет, смотри, вот. Давай покажу. Вот пока ты... не делай больше. 3 секунды лучше потратить, чтобы поправить, чем это. Да нет, это быстро. Вот смотри, вот, например, ты ее разложил. Да? Она ровно сейчас не ляжет. Надо вот разложить ее. И один раз вот так. Да, это по внутреннему ощущению. Но когда внутреннее напряжение возникает, уже дискомфорт идет. Немножко я нагибаешь, сразу стол накрыть вот так, вместе с ней. Это когда 10 лет тут то будет. Да, это получится, да. Просто сама техника сейчас, вам главное, понятно. Давай следующий пошел. Давай. Ладно, не напрягаться. Ну, может, до конца не раскладывать, да. Не волноваться, вот как оно тебе сложно пополам? Ой, ты сейчас вообще это, лестничкой складываешь такой, ступеньками. А я сейчас... Нет, даже так не получится. Как же я сделал в прошлый раз? А, ты задумал так, чтобы сразу ее схватить? Да, и у меня, когда я там стоял, у меня вот так получилось. Получилось, да? А я сейчас... Не, ну это сложнее, конечно, сейчас не найдешь. Блин, разложи просто пополам сначала. Получается, я когда там стоял, взялся не вот за эти, а вот за эти уголки. Не за этот, и какой-то такой. Ну это ты как раз пополам его там. Вот, да, да. Я прям одним махом из квадрата вот прям вот в такую проводил. Так, давай, это ты потом дома отработаешь, а сейчас попробую вот так вот найти там уголок посередине. Вот это. Ну, с этой стороны так. Просто бы телевизор задел, Владимир. Ну ты же должен стоять к клиенту, к столу перпендикулярно. Получается, вот так вот, да? Да легко одним махом, да, все правильно. Просовываю руку, вот, находишь серединку, вот она. Вот, да. И второй рукой помогаешь. Вот открываю, да. Блин. С маха не хватило. Да. Так, смотри. Каши мало ел. Демонстрирую. Вот пополам, например, был накрыт клиент. Mm-hmm. Вот так вот, да? Теперь надо целиком его накрыть. Значит, смотришь, если полностью раскрываем, да? Чуть-чуть так ставим, отойди сюда. То вот отсюда берем. Подушка, чтобы тут не мешалось. Раз. И один большой подмах такой, видишь? Мы накрыли. Вот. Как либо. Как стряхнул. Да, то есть один раз и второй раз. Как бы волну второй раз, пускаем волну. Или если хотим его накрыть вот так вот, тогда находим середину отсюда, да? Ну, сейчас она мне надо руку подержать, потому что она разложена. Подхватывал с этой стороны. Если руки у вас короткие, да, хватайся просто ближе. Вот сюда. Раз. И вдоль накрыли. Вот, забирай. Так, заканчивай, давай, следующий пошел, раскладывай. Будем продолжать новую тему. Ну, я думаю, потренируй, чтобы ее сразу как у меня так что получилось. Да. Потренируйтесь, во-первых, это красиво, это самому приятно. Это как, вы, как и фокусник, иллюзионист, так хоп, да, во-вторых, это будет также демонстрировать твою как бы навык. Да, определенный навык, потому что некоторые клиенты, когда перед глазами их вот это все делаешь, да, они такие вау, такие говорят, видишь? Как фокус. И это еще будет один плюсик в повышение лояльности клиента к вам, как
как специалист. А вообще это все делается, ну еще раз повторюсь, просто для эргономики движения, чтобы мы... отдыхали во время, да? Не, не отдыхали, чтобы меньше тратили личного времени на там обхождение. Ну давай постепенно все-таки сейчас начнем процедуру. Обхождение вокруг клиента лишний раз там где-то там что-то не брали, не там за маслом не нагибали, за другой простынью. А так быстро раз, вы же экономите ему время, он же деньги тратит за это время, понимаете? Поэтому он чувствует, некоторые прям, бывают дотошные клиенты говорят, ой, ты там ходил 5 минут, то телефон звонил, то это, просто расстилал, да, то масло пролил, давай мне, или 10 минут там где-то ходил, давай мне это, на 10 минут еще больше делай массаж. А если у вас, вот как у меня, они потоком идут, то у меня на каждого рассчитано по времени. По 25 минут на каждого человека, представляешь? 5 минут на приглашение следующего человека, помыть руки, договориться, там же они еще подходят постоянно, что-то спрашивают, тут болит, там болит, да? Вот 5 минут еще на вот эти всякие разборки. Кто-то там деньги забыл, кто-то простынь забыл, пошел опять за простынью, кто-то еще чего-то. Вот, поэтому вот за эти 5 минут вот все экономится. Там прям даже времени нету покушать, нету времени сходить там в туалет, иной раз бывает, понимаешь? Потому что идет клиент, уже деньги тебе несет. Поэтому вот эта вот эргономика нам очень важна. И сейчас мы про эргономику сегодня тоже будем говорить попозже, про позы непосредственно. Дождемся нашего Антона еще. А если вы нас смотрите на видео и ничего не понимаете, для чего мы это все делаем и зачем мы это делаем, то лучше приходите на тренинги по массажу Олега Лафа-Гудвина. Я вас всему научу. У нас очень много практик и очень много различных направлений массажей.